В Анадырском районе стартовал муниципальный этап конкурса «Педагог года Чукотки-2023». 1 февраля в Центре образования поселка Угольные Копи состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу состязаний между учителями. В этом году в муниципальном этапе конкурса принимают участие 12 педагогов в номинации «Учитель года», «Педагог дополнительного образования года», «Учитель здоровья», «Воспитатель года», а также «Спорт и здоровье». Конкурсные испытания будут проходить в течение 6 дней. Их будет оценивать компетентное жюри. В финале конкурса оно определит лидеров каждой номинации, а абсолютный победитель представит Анадырский район на окружном этапе конкурса «Педагог года Чукотки». Также в Центре образования Угольных Копий состоялось совещание руководителей образовательных учреждений Анадырского района. В ходе мероприятия участники подвели итоги прошедшего года и обсудили планы на этот. Главная задача педагогов – повышение успеваемости учеников.